жизнь очень яркая и такая вся перед. Как меня отец взял, он подслеповатый немножко, как отец взял меня с роддома пяточками вот сюда. Думал, что это голова была. И такой, какой хороший мальчик. Вот так у меня все началось. Вообще я жил с бабушкой изначально, потому что родители мои всегда были на гастролях. Что явилось для меня самым главным в жизни, потому что я не знаю жизнь, когда ты приходишь домой, родители тебя встречают. Поэтому родители для меня – это самые лучшие друзья. Это очень главное понять. Быта не было такого.